В этом году я ездил с друзьями под город Зубцов, 206 километров от Москвы, где в 300 метрах от шоссе лежат незакопанные наши дедушки и бабушки, отдавшие жизнь на полях сражений Великой Отечественной войны. За 2 месяца ребята из группы «Победа» вместе со своими друзьями из 4 отрядов откопали 1040 человек, у которых жетоны были у 38 человек всего, а прочитать удалось только 10. И вы знаете, вот человеку полезно двигаться, но когда ты двигаешься вот в таком направлении, то не потому, что я лучше или хуже, там, не потому, что кто-то хуже, а вот приезжаешь в такие места, смотришь на это, и кризисы, там, увольнение из армии, оптимизации там, и прочие вещи предстают такими, становятся такими маленькими, что их не видно на фоне травы, разрытых окопов и костей вот этих людей, от которых не осталось даже имени, а только кости. И я хочу спеть крайнюю песню первого отделения, простите, не веселую и не грустную, а просто попытка отпечатать то, что есть рядом с нами. Я искренне желаю вам всем, вот всем, хотя бы раз съездить туда, посмотреть. Без махания флагами, без призывов, без камер, со своим маленьким фотоаппаратиком пойти туда и посмотреть. Я готов помочь, подъехать, подвезти. Нормальные люди, совершенно адекватные, никакого героизма, никаких понтов. Все равны, приехали, покопали и уехали. Удержаться там, кстати, могут не все. Не, опять же, не потому, что там что-то сверхъестественное. Просто это отдельная область нашего бытия, с которой мне посчастливилось столкнуться в свои 50 лет. Посвящается песня моему деду. Некоторые поисковики рассказывают, что мне, говорит, ночью снится человек, солдат, который стоит возле дерева и говорит: я вот здесь лежу. Утром начинает копать, и там действительно лежит человек. Песня называется «Дед». А он мне снился третий день, точнее снился третью ночь. Сперва я думал, дребедень, и отгонял видение прочь, но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещмешок и 2 гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом. А возле ней мой юный дед, пропавший без вести войну, пробелом между страшных строк ко мне ладони протянул: ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей. Помилуй, Боже, и спаси, и я как будто бы здесь жил. Узнал окопчик под сосной, и вновь ночные миражи сплелись в видение одно. И ржавой каски старый бог, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я услышал боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег, и я услышал, как ко мне
Подходит сзади человек, ладонь кладет мне на плечо, но обернуться я не смог, и налетело горячо. Спаси Господь тебя, сынок. Поиск потерянной памяти, поиски потерянной жизни — очень непростое занятие, если это делать всерьез. На страны растерянной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытаний? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок. Все.